Salam hörmət tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının efirində Hədəf analitik informasiya proqramına baxırsınız. 44 günlük Vətən müharibəmizdə biz dostlarımızı və bizi sevməyənləri yaxından tanıdıq. Bu gün Moskvadan studiyamıza qonaq gəlmiz şəxs məhz Azərbaycanın dostları olan insanlardan biridir və Rusiya ictimaiyyətində çox tanınmış şəxsiyyətlərdən, ictimai-siyasi xadimlərdən sayılır. Yəqin ki Бил Денисуев, Пятки Достолан, Максим Шевченко, Будюнь, Хадафин Гонаволаджах, Максим Леонардович, добро пожаловать в нашу студию, естественно, Азербайджан тоже. Вы очень много раз побывали в нашей стране, в Азербайджане. Хочется узнать, естественно, вы видели сегодняшним Азербайджаном и Азербайджаном, который вы видели тогда. Какие различия есть и что вы можете об этом говорить? Пожалуйста. Здравствуйте, Нармалин. Здравствуйте, дорогие Здравствуйте. друзья. Ну, конечно, я вижу, как год за годом Азербайджан поступательно реализует программу национального и государственного развития. Это меня не может не радовать, потому что в душе я по-прежнему советский человек, родившийся в Советском Союзе. Несмотря на то, что мы живем сегодня в разных государствах, Азербайджан для меня является частью моей души и моего сердца. Спасибо. И поэтому я с горем смотрел на беду азербайджанского народа, которая пришла. В конце 80-х, начале 90-х, когда огромное количество азербайджанцев были лишены родины, изгнаны, и это была настоящая трагедия. Я видел и годы отчаяния, и годы горя. Потом с возвращением Гейдара Алиева жизнь стала приходить, она как бы стала собираться, как пазл такой, стал собираться постепенно. И Гейдар Алиев и Ильхам Алиев, продолживший дело своего отца, вели э, страну к осознанию э, национальной задачи восстановления целостности и суверенитета Азербайджана во всех аспектах этого, э, во всех деталях вот смысла этого действия. Это и хорошее образование для молодежи и современная инфраструктура, и создание э, науки, и э, насколько это возможно. Оказалось, что это возможно. И э, у, усилия, чтобы не разорвать связь с русским языком, например, что для, для меня крайне важно, поскольку Азербайджан, несмотря на то, что вы перешли на латиницу, несмотря на то, что, конечно, все владеют азербайджанским языком, остается по крайней мере Баку и другие города одними из самых русскоязычных yeah. городов вообще на постсоветском пространстве, причем никаких нервных э, истерик по этому поводу yeah. просто нету. Наоборот, мы ну, сохранили да, школы. Да, вот. просто а а азербайджанцы говорят на русском языке и не делают из этого никакой проблемы. Более того, такой русский язык, который я слышу в Баку, я в Москве уже не могу услышать. И сегодняшняя Дни Победы, они являются логическим завершением первого этапа развития вот этой огромной работы, которую начал Гейдар Алиев, который, которую продолжил его сын Михриман Ханум и вся команда тех людей, которые вели и продолжают вести Азербайджан по этому пути. Поэтому я наглядно вижу просто, как, как меняется страна. И еще очень важный момент. При всем при том, что подобные усилия требуют достаточно жесткой власти. Я нигде в Азербайджане не чувствую в людях страха, внутреннего страха. Вы азербайджанцы очень свободные люди внутренние. Да, есть дисциплина, да, есть необходимость э, достаточно твердого руководства. Но при этом вот, я много общаюсь с азербайджанцами. Все люди с высоким чувством внутреннего достоинства которые гордятся своими семьями, своим происхождением, своим родом, да, откуда они происходят, своим, своими делами. И это, мне кажется, очень интересная модель общественного развития для государства потенциально не очень большого, но ну, не такого, как Россия, по крайней мере, хотя Азербайджан не маленькое государство само по себе, и достаточно успешная модель развития. Поэтому я учусь у Азербайджана и думаю, что многое из того, что я вижу в Азербайджане, будет полезно и для Российской Федерации. Нам да. есть над чем работать. Да. Максим, наверное, присутствовали в параде. Для меня огромная честь. Мне да. оказана была эта честь. Я сидел на трибуне почетных гостей. И я очень благодарен и президенту, естественно, за оказанное мне уважение. И я смотрел да, на этот парад и... Нахожусь под огромным впечатлением. Да. Согласитесь, что мы заслуживали этот э, день праздника, этот, э, эту победу, естественно. Азербайджанцы, как вы отметили, древняя нация. К сожалению, в конце 20 века наши территории э, по разным причинам попали под оккупацию Армении. Давайте посмотрим сегодня, что происходит именно в Армении. Вот, например, вы все время цитируете нашего президента Ильхама Алиева. Он говорит, что азербайджанцы и армяне должны жить вместе в Азербайджане, как граждане Азербайджанской республики. Но давайте посмотрим противоположную сторону, что утверждают и говорят руководство, руководители Армении. Например, бывший президент Армянской республики Серж Саркисян э, все время отметил и говорил, что азербайджанцы и, армя... и армяне не могут жить вместе по генетическим причинам. Как это понять? Это откровенный фашизм, я так понимаю. Как вы считаете? Когда я слышу от кого-то, что люди не могут жить вместе по генетическим причинам, это вызывает у меня чувство глубочайшего отвращения, просто омерзения. Именно люди, которые ставили генетические причины в основу политики, когда-то напали на Советский Союз. И э, уничтожили, убили 20 с лишним, 27 миллионов советских людей, среди которых было очень много азербайджанцев, тоже погибших за нашу общую родину. Поэтому я испытываю инстинктивную, если можно сказать, генетическую ненависть к нацизму. Я считаю, что разумные люди, говорящие на разных языках, верящих по-разному в Бога, и имеющие разный цвет кожи, цвет глаз, всегда могут найти между собой общий язык. На то мы и люди. В священном Коране, если мне не изменяет память, сказано, мы сотворили вас племенами и народами, дабы вы познавали друг друга. Познавали, а не уничтожали, не убивали. Поэтому приведенный вами цитата не может вызвать ничего, кроме воспоминания о знамени Победы, который когда-то развивался над Рейхстагом над парламентом той страны, которая тоже объявила о какой-то генетической несовместимости, невозможности для немцев жить там, допустим, со славянами или с евреями. Но немецкий народ осознал свою ошибку. Я не хочу, чтобы армянский народ испытал такие же страдания, какие испытал немецкий народ. Люди дружили, люди работали, люди торговали вместе. И вдруг сейчас вот возникли какие-то люди, которые апеллируют к какому-то Тиграну Второму, жившему в IV веке, каким-то там Геродоту, Плинию. На мой взгляд, это чистое безумие. Когда Пашинян был на BBC и в программе Hot Talk это стал говорить ведущему англичанину, он говорил, какие священные права, вы с ума сошли? В нормальном цивилизованном мире ссылка на древние священные права – это нацизм. Вы совершенно правы. Это нацизм. Поэтому я полагаю, что среди ар армян есть подавляющее большинство разумных, порядочных, честных людей, которые рано или поздно зададут вопрос всем этим преступникам военным, за что умирали наши сыновья, за то, чтобы вы могли воровать золото Зангелана и Кельбаджара, за то, чтобы вы оскверняли азербайджанские кладбища, разоряли мечети и тешили свое самолюбие. Правильно. Это преступники. Да. И, я, и я верю, что армянский народ покарает этих преступников, после чего будет жить в мире с Азербайджаном, с Турцией, с Грузией и займет то место в Закавказе, которое, собственно говоря, ему предназначено судьбой. Потому что даже государство границы Армении, Советская Республика Армения, она возникла благодаря воле она возникла благодаря московскому и карскому мирным договорам. Поэтому здесь, пусть они придут просто в рассудок. Да, здесь именно вот этот момент я хочу предложить вам посмотреть благодарна, один кадр, Россия. который, значит, был как снят в митинге в Ереване. Потом с вами Армения благодарна России, как бы она ни называлась, Российской империи, СССР, Российской Федерации. Начиная с 1828 года, мы ничего не забыли, и мы никогда ничего не забудем. Максим, хочется узнать, что случилось в 1828 году, от которого армяне не смогут до сих пор забыть. Я так думаю, началось благодаря генерал-губернатору Кавказа Лазареву, который был армянином переселения армян. На территории Российской империи и Турецкой империи начался взаимный обмен туда изгоняли на, да, на, на, на территории Ириванского ханства, на территории ханства и ханства. Ну, я не Это так... Туркменчайский мирный договор 1828 год, 10 февраля, между да. Российской империей и Гаджарским государством. Ирана. Ну, я не так хорошо подкован в истории, я не готов специально. й пункт этого это договора именно предусматривает заселение армянского населения Ирана на территории Риванского ханства. То есть, ханства. это иранские армяне? Да, да, Иранская армяне на территории Ириванского ханства и, и Нахчеванского, и, естественно, Гарабахского ханства. Вот он напоминает об этом. Да, это была политика этнических чисток и этнических переселений. Я... Не считаю, что надо возвращаться в те времена. No. Это было очень давно. И вообще противник для того, чтобы для современных политических э, каких-то проблем привлекать для оправдания исторические аспекты. Как, как, как только заходит речь об истории, mm -hmm. то сразу, на мой взгляд, э, это свидетельствует о не очень крепкой современной политической позиции. Поэтому я вообще противник того, чтобы обсуждать средневековье или события XIX века для оправдания современных ситуаций. Мне кажется, что в Европе я многому научился у европейцев, которые бесконечно лила кровь друг друга. Да. Немцы с французами убили, я не знаю, десятки миллионов людей разными способами за какие-то клочки земли, за элизаса лотарингию там или за Бельгию. И сегодня мы прилетаем во Франкфурт или в Кёльн, садимся на машину, едем в Париж. Мы проезжаем по тем местам, через Марну, я останавливаюсь там всегда, просто выхожу, смотрю, где людей травили газами, расстреливали из пулеметов. За что? За что? За то, чтобы сегодня мы там выпили чашечку кофе, понимаете, проезжая на машине с немецким номером по дороге в Руан или в Париж. Абсурд. Поэтому я лично верю, что разум и здесь восторжествует. И чем быстрее мы отбросим все эти рассуждения от, о, о том, кто, когда, откуда пришел, и будем сегодня, здесь и сейчас людей уважать и любить порядочных людей и отсекать людей непорядочных, тем быстрее э, в нашей жизни наступит ситуация развития совместного. Да. У нас масса дел. За Кавказье, Малая Азия, Кавказ. Россия нуждается в хорошей э, реставрации, честно вам скажу. Да. Тем более после войны, после этих... Э, после этой, этой войны, войны, после да. распада Советского Союза да. есть чем заняться. Если перестанет э, звучать это бесконечная болтовня, эти крики на митингах, а люди просто задумаются. Вот если открывается граница с Турцией, да, Карабахский вопрос решен, у турки закрывали границу из-за карабахского из -за Карабаха. Азербайджан решил карабахский вопрос. Азербайджанские солдаты, заплатив за это жизнями шахидов. ну так или иначе это, это случилось. Допустим, подписывается мирный договор с Азербайджаном. Господи, да те армяне, которые первые сообразят привезти товары из Баку в Ереван или короткой дорогой из Диарбекира, там не знаю, в Ереван, они же разбогатеют. Не надо будет зависеть ни от каких миллиардеров, которые сидят в Москве и рассуждают там о том, как жить Армения. Да. Или каких-нибудь медиамагнатов армянских, у которых дети живут в Нью-Йорке или в Париже, но их дико волнует, как там все происходит в Ханкинди, понимаете, где они сами даже не бывают и не умирают. Поэтому я... Тоже сами Армении тоже, я по Я поэтому верю лично, я верю в разум армянского народа, что там найдутся люди, которые так оглядятся, почешут так в затылке, думают, черт возьми, скажут. Они начать ли мне с азербайджанцами и турками просто торговать? Да они и сейчас живут за счет Турции. Это просто можно сколько угодно делать вид, что Турция твой враг. Но мы прекрасно знаем, что основная масса товаров в Армению поступает через Грузию. Так называемый грузинский транзит из Турции. Разве 100, это не так? 100 тысяч граждан Армении в сегодняшний день проживают. тысяч граждан Армении проживает Тур, там, там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что в Армении восторжествует, я в это верю, партия разума и партия прагматизма и национальные интересы жителей Армении. Тут есть очень важный момент. Когда я говорю армянский народ, то, как правило, почему-то... Не подразумеваются интересы, собственно, граждан государства Армении, который член ООН. В нем проживает не так уж много людей, по-моему, около двух миллионов с чем-то. Два миллиона, чем 2 миллиона да. да. Это меньше, чем армян проживает на территории России. Я вообще не понимаю, почему российские граждане армяне, или французские граждане армяне, или американские граждане армяне так сильно заботятся о том, что там происходит в Армении. Мне кажется, что пришло время тем людям, которые живут, собственно, там, по берегам Сивана, там, в Ереване, не знаю, в Дилижане, в других городах, по подумать о том, как им на том месте, где вот у них есть дома, там, дети рождаются, как им там жить нормально. Хватит уже этим миллиардерам, э, которые зарабатывают деньги там, в Монако или где-то еще, поинтересовать их судьбу. Поэтому я лично считаю, что когда в Армении в единственном на земле государстве, которое возникло благодаря Советскому Союзу, Армения, восторжествует разум, тогда, наверное, будет налаживаться жизнь. До тех пор, пока они будут жить мифами и чужими интересами, интересами Карапетяна, Варданяна, я не знаю, там, Абрамяна и других миллиардеров, до тех пор у, у них будет бесконечное желание ввязываться в очередные безумные авантюры. Я желаю, чтобы это прекратилось. И мне кажется, что это придет просто к всеобщему процветанию. Я вижу, как живут венгры и румыны. Господи, 30% Румынии населена венграми. Тимишуара да. это просто венгерский район. Да, Причем да, Шеску... Да, да. Были проблемы там серьезные. Ну, не такие уж и страшные. Там венграм всегда позволено было изучать венгерский, но сейчас вообще нет проблем. Вы можете из Будапешта приехать в Бухарест на машине. Европа решила эти проблемы. Да. Пора и нам их тоже решить. Мы часто видели вас на российских каналах. Но в последнее время, особенно в течение этих 44 дней, вас туда не приглашали. Почему? А в этой ситуации, потому что я просто. Заявляю свое мнение, я считаю, что в этой жизни я буду отвечать перед моими друзьями живыми и мертвыми, перед Богом и перед собственной совестью, в конце концов. Да. Я семь лет проработал на Первом канале, я знаю, как устроено телевидение технологически, У меня тут, для меня тут нет вообще вопросов. Они прекрасно понимают, что я в любой дискуссии телевизионной ориентируюсь, скажем мягко. И выясняется, что несмотря на то, что меня нету на телевидении, что я мог говорить только в Ютубе или 40 минут в неделю в эфире Эхо Москвы, за что огромное спасибо радиостанции Эхо Москвы. Это единственное по-настоящему свободное медиа России, где там люди не согласны с моими взглядами, но они ну, дают мне возможность высказаться. Да. А, и мы выясняем, что оказывается Ютуб и социальные сети. Играют роль, может быть, даже более значимую, чем телевидение. В большом телевидении, в этом гомоне проармянском, который мы видели, все сливалось в один шум. Мой голос: ну, там были голоса, конечно, Игоря Короченко, Сергея Маркова, на мой взгляд, люди, которые транслировали взвешенную позицию, благодаря которой, на мой взгляд, есть и перспективы общественного диалога с Россией сегодня для Азербайджана. Это было очень правильно. Я очень благодарен моим коллегам и многим другим людям, которые пытались там что-то сказать. Давайте посмотрим, что натворили армянские силы на наших территориях. Вот посмотрим эти кадры. Вы, наверное, естественно, видели значит, наш мечет, который они разрушили в Зангиланском районе, в Губадлинском районе. Я думаю, что вы видели эти кадры. и Ваши комментарии хочется узнать, Максим. Ну, я считаю, что те люди, которые сеют зло, сами испытают на себе стократное зло. И так устроен этот мир. И поэтому те люди, которые оскверняют чужие святыни, они душу свою выкидывают в грязь. Я думаю, что это, конечно, не позиции всего армянского народа, я буду придерживаться своей линии, а позиции тех людей, которые утратили человеческий облик и которые полагали, вы смотрите, это пустые земли, там не жили люди mm -hmm. туда, а mm -hmm. армяне. И не ринулись жить, правда ведь? Они даже программа у них была по заселению с Ближнего Востока армян туда пытались перевозить. Зато там руины сделали. Руины, Здесь, да. Идамский они разорили район, руины. Район, Я район, думаю, район. что это преступление, военные преступления, в том числе, которые, безусловно, Азербайджан должен расследовать. Я думаю, что на, должна быть написана белая книга, в которой должны быть обобщены вот все эти факты разорения, осквернения и уничтожение и культурных, и гражданских объектов на оккупированных территориях. Безусловно, должны, наверное, обязательно даже вестись следственные мероприятия. Подобные преступления не имеют срока давности, как и убийство в Хаджалы, и другие факты убийства по этническому признаку. И должны быть названы имена тех, кто несет за это ответственность. Да. Для меня очевидно, чьи-то имена это и имена тех, политиков, которые на протяжении 30 лет затягивали мирные решения Карабахского вопроса, приведя вот к той ситуации, когда молодые ребята пожертвовали своими жизнями. Ради того, ради чего можно было решить за столом, да? переговоров. И многократно предлагалось. И президентом Алиевым предлагалось, и президентом Путиным. А Ходжалы, кстати, бывший президент Армении говорил, что до Ходжалы азербайджанцы подумали, что мы не, не в состоянии поднимать, мягко говоря, руки против мирного населения. После Ходжалы мы сломали этот стереотип. Я сам эту цитату не слышал, но я не исключаю, что такие мысли могли звучать. Он дал интервью, то есть они даже не, не стесняются англичанам говорить не, такие не, вещи. Прямо он сказал, отвечая на какой-то вопрос, эти слова. Я цитировал его. Я думаю, что все факты призыва к уничтожению гражданского населения по этническому или по культурному признаку, или по религиозному, являются тягчайшим преступлением. Военный трибунал, трибунал по, международный трибунал в Гааге расследует, подобные вещи в отношении народов бывшей Югославии. Я думаю, что Азербайджан должен инициировать создание подобного трибунала, который будет расследовать эти преступления. И все, кто их совершал или призывал к подобным действиям, должны понести наказание. Я да. уверен просто в этом. Иначе, если этого не сделать, то человечество просто смириться с тем, что подобные вещи являются обыденными. Мы видим, как были наказаны в Руанде те, кто не унес ответственность за истребление одного из народов Руанды, как работает трибунал по бывшей Югославии, как работает в других странах. В Ираке, например, были, хотя тут есть вопросы, но в целом, я думаю, здесь то же самое надо сделать обязательно. А. тут нет альтернативы. Осквернение наших мечетей в кадры вы видели. Вот сегодня эти люди обвиняют Азербайджан в вторжении, вторжении в Дом Божий. Как называемая армянская церковь, хотя они не армянская церковь на нашей территории, это албанская церковь. Но вы знаете, вы сами, наверное, в курсе, что именно Азербайджан восстановил христианскую православную церковь в Мироносец. Баку. Были построены много церквей, в том числе католическая церковь в Азербайджане сохранена армянская церковь в центре Баку. И э, сегодня уже фонд Гейдар Алиева объявил э, о, о том, что они начали процесс восстановления религиозных э, храмов без э, каких-либо различий. Это мечеть или там э, церковь или синагог в освобожденных территориях от армянской оккупации. Об этом что может можете Максим Леонардович? Ну, я могу только приветствовать подобное решение Фонда Гейдара Алиева. Я и не сомневался, что будет принято такое решение. Надо восстанавливать и оберегать эти памятники. И на территории Азербайджана э, действует и живет епархия Русской православной церкви. Огромное количество христиан, разных деноминаций. В основном это православные христиане. Я думаю, что эти храмы более того должны жить своей религиозной жизнью, и я думаю, что в них будет звучать молитва, если люди этого захотят, конечно. Я уверен просто, что азербайджанское государство даст защиту всем порядочным и приличным людям, независимо от их национальности и вероисповедания, которые готовы будут исполнять свои гражданские обязанности и признавать суверенитет азербайджанского государства. Те, кто не захочет это делать, могут уехать в другую страну и жить, как они хотят. Это их судьба. Я хотел бы вспомнить тех, кто отдал свои жизни за освобождение Азербайджана. Когда мы говорим о живых, надо прежде всего поклониться павшим. И я понимаю, что шахиды, среди которых есть и русские, есть не только мусульмане, есть представители я это знаю, и христианской веры, они перед лицом Божьим уже имеют свое благословение и не нуждаются ни в каких оправданиях человеческих. Те, кто пожертвует своими жизнями, они имеют преимущество перед нами, перед живущими. Но, вспоминая их, я хотел бы пожелать народу Азербайджана развития и процветания, чтобы жизни, отданные за свободу и за Независимость легли в основание будущего Азербайджана, будущего мирного и процветающего Кавказа, будущего всего мира. Эта победа является не только победой отдельного Азербайджана, хотя это ваша великая блистательная победа, она является залогом строительства вообще нового будущего, союз уже сейчас обсуждается экономический союз между Россией, Азербайджаном, Турцией. Уже говорится, что туда может подключиться новая обновленная Армения, Грузия, Иран. И это вы создали эту возможность. Давайте вместе реализуем тот потенциал, который дает эта победа для созидания будущего. И тогда мы точно будем знать, что погибшие герои не напрасно отдали свои жизни. Спасибо вам большое за то, что вы изменили историю и дали нам всем возможность по-новому смотреть в будущее. Спасибо. Максим Леонардович, спасибо за интервью, спасибо, что пришли в нашу студию. И там тоже ваша заслуга есть. Создание новой обстановки в нашем регионе. müslihlü xulləy. Təşəkkür edirəm bu fürsətə görə. Təşəkkür. Əziz izləyicilər, tamaşaçılar, bu gün Hədəf Analitik İnformasiya proqramının qonağı Rusiyanın tanınmış politoloqlarından, ictimai-siyasi xadimlərindən olan Maksim Şevçenko oldu. Sağ olun, Hədəf Analitik İnformasiya proqramına vaxtınız. oxtu qaşınca aman qaşınca aman ay göz məndən üz dön dər va amandır ay göz məndən üz dön dər va amandır əsrətinlə əz zaman